Добрий день. Нам дуже приємно прийняти участь в цій акції, тому що, по-перше, ми отримали ще одну можливість пограти на публіку. Це для музиканта це велика розкіш, і ми завжди раді такій можливості. А по-друге, коли я вникнув трошки більше в суть цієї акції, я зрозумів, що в принципі це те, що на сьогоднішній день, напевно, найбільше повинно хвилювати українських людей, тому що сьогодні дуже багато зла в нашій країні, і як з ним боротися, дуже багато рецептів, але дуже багато і спекуляцій на ту тему. Я думаю, що в часи, коли в країні війна і коли дійсно нас стараються якимось чином порвати, розділити на куски, дуже велике значення має моральний дух і то, що в нас в головах, як ми думаємо, як ми відносимося до своєї культури, як ми відносимося до своєї історії і так далі. Дуже багато часу ми не хотіли думати про це, якщо говорити про весь український народ. Нам розказували різні історії, що не треба нам української мови, не треба нам того, не треба нам того. Але коли прийшла біда, ми зрозуміли, що все ж таки ми єдині. І на якій би мові ми не говорили, як би ми не думали, ми живемо в одній країні і ми повинні бути разом. Тому що людину красить не стільки мова, а то, що в неї в голові. І я думаю, що от такі акції, як сьогодні, вони якраз робляться для того, щоб нас згуртувати і зробити єдиними. Для того, щоб ми нікого не боялися, нас ніхто не лякав. І щоб ми любому агресору могли дати достойну відсіч, так як це має бути. Тому що ми в себе вдома і нікого в свій дім ми чужого пускати не збираємося. І робити цього не будемо. А приїхали ми символічно сьогодні з українською етнічною програмою. Це українські народні пісні. Музиканти, в першу чергу, повинні воювати на культурному фронті. І якщо у нас є така можливість, ми з задоволенням це робимо. Тому що ми сьогодні будемо грати українську пісню, будемо її співати. А оскільки ми джазові музиканти, будемо робити це по-джазовому. І от сьогодні зі мною сидять мої друзі, прекрасні українські джазові музиканти, які добре знають свою справу. Я сподіваюся, що на сцені ми сьогодні всі від того кайфанемо. Від того, що пропагується сьогодні, і від того, яку музику ми граємо, будемо спілкуватися між собою і з людьми, які будуть нас слухати. Если можно, то пару слов, а потом в формате вопрос-ответ. С какими настроениями музыканты ехали сюда? Что вы хотите рассказать, отдать харьковскому зрителю? Харьков — город непростой. Вы знаете, что мы сейчас находимся неподалеку от тех действий, от того военного конфликта, который на сегодня существует. Давайте с простых. С каким настроением приехали? Что? Да, честно говоря, настроение сонное, поскольку мы вчера практически не спали. Но по поводу того, что мы хотим пожелать счастья, хотим пожелать мира, что еще можно желать? Желать можно много. Да и настроение, наверное, не всегда имеет какое-то особое значение. Что в этом городе хотите оставить? Хотим оставить. Даже не знаю, что мы хотим оставить. Частичку себя. Частичку себя хотим оставить. Женечка. Маленькая. Усение. Больше частичек. А еще можно быть подробно, вы на каком инструменте играете? Я играю на гитаре. Наступный был вас по. А можно немножко подробнее о том, о программе, какие песни будут исполняться, вы говорите, украинские народные, какие? Да. Ця програма була зроблена принципово. Я підбирав матеріал для цієї програми, беручи ті пісні, які є самими популярними, є застольними, які знають всі. І намагався зробити це так, як я це чую. Сьогодні буде звучати «Дівчинка кінської», «Тібила мене мати», «Чом ти не прийшов», «Ігопак». Тобто це українські народні пісні, які знають практично всі, по всій Україні. Я сподіваюся, що ми сьогодні будемо співати хором. Под хором, під співати. Усін Бекіров сьогодні буде грати на клавішних. Він приймає участь сьогодні в моєму проєкті, але в нього є свій проєкт, є свій квартет.
і не тільки росіян композитор, аранжувальник, і він пише багато музики на основі татарського фольклору. Я думаю, про це він може сам розказати. Здравствуйте. Ну, на самом деле, как бы, тоже у меня ситуация на родине непростая. Ну, долго не хочу в это придумываться, так как я есть калужский татарин. Ну, о музыке хочу сказать, что вот, в свое время наш фольклор тоже был практически уничтожен. Вот, в общем. И сохранили его несколько людей, там, издавали книги. Сейчас идет массовое, как бы, такое возрождение. Через Турцию, через Иран, также народных инструментов. Но специфика, как бы, народной музыки просто, наверное, передать народные эмоции эти восточные, переложить, чтобы донести. Знаете, я, может, еще добавлю до того, что сказал Руслан. Не знаю, это, напевно, дивна річ, але у тяжкі часи, коли відбуваються якісь такі дивні речі, чи то війна, чи якісь воєнні події, це, напевно, характерно і закономірно, що культура і зацікавленість людей нею, і інтерес піднімається. Тому що я вже сказав, що це в першу чергу то, що нам, як не дивно, що нам допомагає виживати в тяжкі часи. Не то, скільки хто там положив банк, чи скільки хто встигнув з нього зняти, а то, наскільки у людей моральний дух міцний. Якщо пропадає дух, то, в принципі, народ тоді як такий зникає. І от в такі часи зараз я спостерігаю за Усіїном і за тим, що мені розказує, дивлюся по тому, що в нас в країні відбувається з концертами українських виконавців. Зараз це все значно активізувалося. Я розумію, що впали там гонорари, впали можливості заробити, але інтерес і ті музиканти, які живі, які щось можуть дійсно пропонувати, вони зараз всі активізуються, і мені здається, зараз такий от бурхливий процес в тому плані йде. Тобто більше інтересу до української музики зараз, татарська музика, напевно, активніше стала розвиватися, тому що її почали давити, її почали відверто знищувати, і тому цей процес, він зразу викликає адекватну реакцію. І може, я трошки перебільшую, але, в принципі, от така тенденція очевидна зараз і в українській музиці, і в татарській, напевно, в інших музиках теж. Таке питання, ви зразу після фестивалю на Чонгар будете блокувати? Ні. Я ж музикант, ну, що вам таке? Чем я помню? Кожен має займатися своїми справами. У нас порядок буде в першу чергу тоді, коли кожен почне нарешті займатися своєю справою. А музиканти – музикою, а не політикою. А політики – власне політикою, а не бізнесом і якимись іншими брудними речами. Тобто кожен свою роботу повинен робити добре, тоді буде все окей. Буду скористати цього. Максим Кондратенко – молодий, талановитий барабанщик, який мало говорить, але на сцені дуже багато грає. Він попросив, може, нічого не буду казати. Я перелякався, бо я зрозумів, що він всю свою енергію на концерті віддасть. Може, він хоч щось про себе скаже. Щоб більше повітря було на концерті, а то будуть тільки барабани. Я на сцені поговорю. От я вам казав. Ви самі звідки? Я теж з Криму, як і усі, собственно, Сімферополь. Закончил там музыкальное училище, переехал в Киев, собственно, и там уже 7 лет живу, и Киев для меня как родной город стал, то есть уже просто как, наверное, дом это уже Киев. Скажите, пожалуйста, Игорь, а как вам удалось вот зібрати всех хлопцев? Это какой-то там процесс, какое-то тестирование, десь вы уже знаете окремо? У меня есть проект, который называется «Джазколо». В рамках этого проекта на сегодняшний день у меня 20, а может больше, действующих программ. «Коломийки», которые будут сегодня, это одна из этих программ. И все программы – это абсолютно разная музыка с разными музыкантами. Это и дуэтная программа, это и программа великого складу, там с Ильей Ереско, это и электричный проект с Родионом Ивановым, это и акустичный проект с Дмитром Бондаревым, который є харків'яном. Він в акустик квартете працює. И с Фімою Чупахиным, и с Денисом Морозом. Тобто є дуже багато різної музики, і для кожного проекту я запрошую різних музикантів, тому що для музиканта грати – це спілкуватися. Музики – це то, для чого, в принципі, він займається все життя.
І граючи з різними музикантами, ти постійно для себе черпаєш якісь нові емоції, відкриваєш для себе якісь цікаві речі і вчишся постійно. Ну от тому на цей проєкт я запросив цих музикантів, хоча і з іншими грають, і вони, кожен з них має свої проєкти, і їх не один, не два. Музикант — це, в принципі, це специфічна така професія. Він сьогодні грає кавера в ресторані, завтра він грає в маленькому клубі в дуеті, а післязавтра він грає в Палаці Україна з великим оркестром. І це абсолютно нормально, це різна сфера, але він, можливо, там отримує там маленькі копійки, там отримує великий гонорар, але однозначно він адекватно відноситься до першої, до другої, до третьої роботи, тому що він в першу чергу сам перед собою звітується, наскільки він чесний, наскільки він добре зробив цю роботу. Тому музиканти, вони постійно, в них постійно щось змінюється, постійно щось нове. І це кльово. Дякую. Да, Макс? Підтверджує. Ще один заключительний вопрос. Скажіть, пожалуйста, були ли у вас концерти з Ульнятою і перед бойцями? І, може, якщо ні, то збираєтеся ли ви? Знаєте, чомусь джаз не сильно практикують в АТО, хоча ми б не відмовилися, я впевнений. Усіїн їздив в рамках джаз-безу. В мене такої можливості не було, я, звичайно, задоволення. Але з Василем Попадюком я ще працюю. Ми їздили по госпіталях і працювали для бійців. До Києва? Ні, це було в Рівному і було в інших містах ще. Ми мали тур і в рамках цього туру ми ще їздили по різних містах. Спасибо большое, что у вас более разговорчивого. Начинаем с традиционного вопроса. С того момента, когда мы создавали спецвыпуск газеты «Форум», я думаю, осознание той миссии, которой касался основной наш вопрос, оно, наверное, произошло более полно. Если можно, что, вот, придя уже к фестивалю, что с чем, как, чем делиться будете? Ну, перше, доброго дня. Ми раді знову бути тут в Харкові, в цьому файному, прекрасному місті. І ми не перше раз вже. І будемо мати надію, що згодом приїдемо вже із повноцінним сьогодні концертом. Це буде в листопаді. Зараз, в даний момент, я думаю, що абсолютно не скажу нових слів, які ми говорили перед тим в релізі до цього фестивалю. Скажу тільки, що ми завжди раді бути там, де запрошують українських музикантів. Ми завжди раді бути до тої публіки, яка чекає українських музикантів. Ми завжди раді приймати участь в тих фестивалях, які об'єднують, а не роз'єднують людей. І ми завжди будемо раді приймати участь в тих фестивалях, де беруть участь різноманітні музиканти з різних областей, можливо, з різних країн, але об'єднані однією ідеєю. Ця ідея має бути те, що ні війні, захистимо батьківщину, і ми є сильні. Ми не слабі, ми є сильні у всьому. В культурі, в захисті вітчизни, дай Бог, в економіці ми теж станемо сильні, все до того будемо робити. Ваше слово, можете додати? Звичайно, що будемо показувати? Завжди будемо показувати гарний настрій. Завжди будемо показувати свою душу в наших піснях і ділитися цим настроєм, цією душею зі всіми, хто прийде на наш виступ. Музика буде різноманітна і, знаєте, хочеться побажати, напевно, не тільки музичним колективам, але зрештою і нашій державі. Так само нам два дні тому виповнилось 23 роки. Це теж говорить про надійність, стабільність і вміння порозумітися в будь-яких питаннях. Тому хочеться просто, щоб, ну, не хочу там говорити, може, брали приклад, але, звичайно, це теж, це є так само живий організм, різні люди з різними характерами, які навчились разом існувати, любити один одного, поважати, вміти працювати. І тому хочеться побажати цього всім. І це все виливається, зрештою, в нашій музиці і в нашому баченні тої землі, яку ми по-справжньому любимо і яку ми по-справжньому хочемо презентувати всюди в світі. І
переконані на 200%, що українське мистецтво взагалі гідне більшої уваги цілого світу, тому що стільки професіоналів і стільки цікавого, скільки є в нашому мистецтві, ну, багато кому треба ще пошукати. І тому хай заздрять Україні і нашим, скажімо, нашому тому мистецькому фундаменту багато країн. І дасть Бог, ми ще вийдемо на цей вищий рівень і зможемо всім показати, скільки цікавого в нас є. Будь ласка, так сталося, що ваша пісня «Плини Качі» стала символом української трагедії. Ваше ставлення до цього і що ви все про це сказати? Ну, ви розумієте, складно, можливо, якісь речі трактувати, але історія сама обирає і час обирає свої якісь точки відправні. Тому ми навіть не знали, що саме цю пісню почали включати на Майдані, коли ховали перших загиблих героїв. Справді не знав. Вімкнули телебачення, тому що ми за два дні до того, за день, ми були в Києві, ми виступали якраз і вже повернулись додому. Зранку. І тут наступного дня от ці всі були події. Наскільки ми знаємо, що це сталося взагалі-то з волі загиблого Михайла Жизнєвського, який, як виявилося, любив нашу творчість. І, можливо, ну, як людина свідома, він розумів, що він може загинути. Це, в принципі, вже були, зрештою, бойові дії, ми це все розуміли. І він сказав своїм побратимам, якщо я в разі загину, я просив, щоб цю пісню виконали на моєму похороні. Отак і сталося. Тобто він загинув, хлопці взяли диск і включили саме, вимкнули цю пісню, коли якраз його і вірмянина Нігояна, коли їх ховали, так, і Кульчинського. І от ми так дізналися, що ця пісня стала фактично. Вона буде не сьогодні, а завтра. Скажіть, ви самі якось буваєте у зоні бойових дій, там, де хлопці там, приїжджаєте, спілкуєтесь? Питання в тому, що спілкуємося ми часто, ну, не завжди приїжджаємо, але завжди тримаємо зв'язок. Попри те, ми підтримуємо поранених виступами в госпіталях в різних містах, ми в Харкові, до речі, теж були в госпіталі, в Одесі, Львові, по інших містах. Але знаєте, я вам скажу, що фактично півтора року назад, коли ми ще їздили з концертами в Луганський Донець, це можна було теж назвати зоною АТО, тому що вже на той момент були загиблі українці, на той момент вже були сепаратистські блокпости, на той момент вже були захоплення теж будівель, на той момент вже люди ходили з зброєю і можна було від тої зброї постраждати. І на той момент люди, які прийшли до нас на сольний концерт, ми вже на той момент були теж герої, тому що вдягнути вишиванку, прийти на концерт жовто-блоким прапором, коли за це можна було абсолютно віддати за це життя, то я вважаю, що вони герої були. Тому знаєте, в кожного своя війна, в кожного свій фронт і в кожного свої можливості. Тому ми де нас запрошуємо, ми завжди там виступаємо. Де ми маємо можливість, ми завжди там будемо підтримувати людей. А в загальному, допоки буде потрібна наша творчість, допоки буде потрібна наша музична надія, ми будемо це дарувати людям будь-де, де нас запросять. Дякую. Скажіть, будь ласка, за 23 роки вашого існування склад вашої групи сильно змінився? У нас була тільки одна зміна в 96-му році, з того часу фактично склад залишається незмінним. Інтересує вопрос по програмі. Як прорабатували її спеціально для Харкова? І що Ви знаєте, я скажу, сьогодні буде так само, як на всіх наших повноцінних концертах. Це буде різноманітне будь-яких стилів. Ми не, скажімо, не робимо якусь програму одного напрямку. У нас навіть альбом виходить, якщо ви подивитеся, завжди абсолютно різна стилістика. Сьогодні буде те саме. Сьогодні буде трохи народного, трохи естрадного, трохи власних речей, більше джазового спрямування пісні. Так що я думаю, що будь-то, хто сьогодні буде в залі, знайде для себе те, що йому найближче до душі.
скажіть, будь ласка, країна, от, з якої ви почали свою творчість, і теперішня країна, вони відрізняються чи ні нашому зараз? І наскільки, якщо відрізняються? Щось змінилося за ці два роки? Складне запитання, знаєте, ну ясно, що змінилося, бо все-таки 23 роки пішло, якби 23 роки, за 23 роки нічого не змінилося, то я би сильно здивувався. Знаєте, змінилося, напевно, щось в гіршу сторону, щось в кращу сторону, але як можна сказати? Ну, коли історія дійшла до того, що ми починаємо здобувати незалежність зброєю в руках, і щоб це ми могли це зробити без зброї протягом попередніх 23 років, економічними здобутками, зовнішньополітичними здобутками, всередині держави політичними здобутками, то я думаю, що це буде дуже великий урок до наступних поколінь, що незалежність вона так просто не дається як манна з неба, що її треба завжди треба оберігати, якщо вона є. А якщо на неї йде агресія, то завжди її треба здобувати ще раз, ще раз і ще раз. Але суючи по тих, от як люди просто акумулювалися, зібралися докупи абсолютно різні люди з різних регіонів, виборючи незалежність цієї держави. Я думаю, що тільки зараз пішло усвідомлення, що Україна може стати абсолютно правильно розуміння розвитку, правильно європейською державою, правильно економічною державою і правильно такою людською державою, тому що зараз людські цінності будуть оберігатися, цінуватися в два рази більше, ніж, наприклад, ми це думали перед тим. Ну, скажімо, ми всі знаємо, що, на жаль, велику частину нашого незалежного життя як країни ми все-таки ще несли оцей спадок Радянського Союзу, при якому нас всіх, зрештою, вчили любити не те, що мається любити. І повірте, що будучи в різних країнах, в яких нам вдалося виступати, ну, скажімо, не всюди все так само є просто. Так само є всілякі течії, які десь, можливо, щось всередині кожної країни десь руйнують. Ну, це, на те воно життя, щоб людина завжди мала можливість вибору і як бажано, щоб цей вибір був правильний. І тому зараз от... Якщо коли оця була така ейфорія, коли саме здобула країна незалежність, це була ейфорія класна, але в принципі ніхто не знав, що з тою незалежністю робити. Тому що всі були орієнтовані на інші цінності, але щось таке от дістали нове в руки, а що з ним робити, куди той кубик крутити, ніхто не знав. І зараз просто ну, вже почали всі це більш-менш розуміти, і саме головне, що зокрема, мене тішить, що більшість відсотків людей, які живуть в країні, нарешті зрозуміли, що вони є народженими саме в тій країні, що матір і батьківщину ніхто не вибирає. Це є твоя земля, і ти маєш бути щасливий тут. А якщо ти маєш бути щасливий на своїй землі, то ти для цього хоч щось маєш зробити. І от нарешті прийшов час, що кожен справді будь-якими чинниками, хтось в армії на війні, хтось музикою, хтось журналістською працею, хтось на заводі, будь-яким чином зараз от будує ту модель, яку нарешті ми з нею будемо знати, що робити. А коли ми будемо володіти, ми, як народ своєї землі, будемо правильно нею володіти, то ми будемо знати, куди нам що треба покрутити, і ніхто не буде мати права нам заважати це робити. І тоді ми будемо, я вважаю, щасливими, але ми щасливі вже, тому що ми справді живемо в найгарнішій землі світу. Дякую ще. Є питання? Я можна тогда последний в заключение ваших слов хотела бы спросить, вот вы чувствуете на гастролях, узнают ли Украину за рубежом, лучше ли это происходит идентификация по сравнению с тем, что было до революции и гидности? Звичайно, увага інакша.
Скажімо, ми були після Майдану, от коли були вже всі події, коли багато людей відправили за кордон на лікування з пораненнями. Ми були в Відні і були в Празі. У нас були концерти як для людей і в Польщі. Був концерт для і як для поранених, хто зміг прийти, кого привезли. Це так само і подяка лікарям, які лікували цих, ну фактично їх повертали до життя і допомагали їм ставати на ноги. І розмови про Україну взагалі говорять набагато більше. Просто ми знову ж таки всі мусимо розуміти, що тільки за рахунок сильного медіаскерування від нас ми зможемо про нас більше, щоб про нас більше говорили. Тому що ми всі розуміємо, що з таким капіталовкладенням, яке є в Росії, там забивається ефір весь. І повірте мені, що дуже багато людей, зрештою, добре, там хто як вважає, але багато людей, живучи в Європі, маючи нормальну зарплатню, маючи всі соціальні послуги, як то кажуть, весь соцпакет, вони щасливі. Їм не треба, зрештою, думати про чиюсь біду. Ну, на жаль, це не, може неправильно, але воно так зроблено. І ще якщо легенько десь підкапується інформація, що тут щось не знати, що сталося, воно на якусь частину людей впливає. Але все-таки от слов'янські народи це от все-таки відчувають інакше. От все-таки наша ця слов'янська корова, вона дає цей поштовх, що люди, вони попри будь-який натиск, який на них йде, вони все-таки хочуть от залізти в інше джерело, щоб хотіли, щоб було в північного сусіда, так? Щоб не тільки звітам, а все-таки ну, не довіряти всьому, що є. І там це робиться. І зрештою дуже добре, що зараз ну, відкрилась можливість до нас все-таки через те, що йде війна, звичайно, на кордонах є якісь проблеми, тому що більше звертають увагу чи не щось не перевозять. Ну, це є нормальний огляд прикордонних служб, ми це все розуміємо. Але люди зараз, музиканти почали їздити, театри почали їздити, вони почали представляти Україну не тільки як щось таке, як недавно ще могли казати, що ми частина Росії. Тепер вже чітко всі знають, що Україна це не є частина Росії, ні область, ні губернія. Це є окрема країна з великою історією. І кому як, ну насамперед, як не артистам, розповідати іншим країнам про історію України, яка часом є, ми всі знаємо, набагато глибшою і багатшою, ніж історії будь-яких не будемо ображати країн. Так що все буде добре, знають про нас більше, і якщо ми будемо робити все правильно, то за нас будуть знати тільки з кращих сторін, і це буде на користь всім. Спасибо. З моменту продовження участвувати в фестивалі і до непосредственного участия прошло время, можна було осознати ще раз ті посили, які будуть на фестивалі. І як ви це бачите сьогодні? До концерту. Тихонечко. Ну, один із посилів, який... Один из посылов, который, в принципе, действительно имеет большое действие для меня лично, это то, что все мероприятия – это продолжение «The Jazz», который, к сожалению, к моему большому в свое время, он, конечно, не закончился, но прервался. Вот этот форум, который проходил с 2008 года, и как-то так получилось, что все-таки разные события и возможности, и финансовые в частности, помешали проводить это постоянно. А очень хочется, чтобы все-таки вот в таком облике, именно в фестивальном, именно при возможности приглашать людей и с Украины, и из-за рубежа, делая из этого форума праздник, праздник единения, праздник джаза, праздник музыки, праздник творчества. Вот это очень здорово, конечно, безусловно. И то, что вот эта форма облекается в форму, опять же, не просто фестиваля, а фестиваля с посылом, связанным с логикой того, что и джаз, и музыка около джазовая, и музыка, которая, собственно, связана не только как академическая рамками нотного текста, а импровизационная. Она, в общем-то, объединяет людей. И это очень серьезно и хорошо.
Алексей? Ну, в принципе, после Сергея мне будет очень тяжело говорить, потому что он все сказал. Потому что изначально я как-то увидел тему программы всего этого фестиваля. То есть все вполне естественно, потому что музыка сама по природе, она есть объединение, она есть коммуникация. Поэтому она объединяла и в те времена, и сейчас. Все зависит от людей, насколько они восприимчивы, насколько они открыты, насколько правильно они будут это воспринимать. То есть, если они не будут искать какой-либо информационный повод под этим всем фестивалем, а конкретно пойдут слушать музыку, действительно ее будут слушать и вынесут те позитивные чувства, те положительные, что в конце концов, в принципе, объединяет людей. То есть, духовные, моральные ценности, а не какие-либо там политические, военные, всевозможные. Да, я к тому, когда мы с вами работали в формате вопрос-ответ, да, вы говорили, что заставите пережить разный спектр чувств зрителей в зале. Все-таки определились, какие-то чувства вы хотите видеть? Ну, давайте посмотрим глубже. Что есть тогда музыка? Я, в принципе, не воспринимаю музыку как какое-то что-то конкретное. Музыка — это, прежде всего, музыкальный язык. Музыкант – это человек, который в той или иной степени, кто в совершенстве, кто на уровне эники, бенники, кто на фении, он владеет этим музыкальным языком, он старается передать вот этот информационный поток, все эти эмоции остальным людям. То есть вот этот язык ничем не отличается от иного другого. Мы говорим о любви на русском языке, на украинском языке, на английском. Точно так же мы говорим на языке музыки. Поэтому... Это к тому, знаете, я плавно подумала, что все-таки репертуар уже подобрали конкретный, четкий под этот фестиваль именно, или он не был специально подобран? Ну, скажем так, мы не репетировали полгода, но нам достаточно, в принципе, нескольких созвонов и пару репетиций, чтобы мы определились конкретно. Можем в разговоре поговорить какие-то концептуальные моменты, как мы будем играть, что мы будем играть. Дальше достаточно определенной домашней работы, чтобы как-то к этому подготовиться, и несколько репетиций, чтобы сыграться и установить конкретные маяки, конкретные точки. Несколько — это одна. Вчера. Не, очень, очень хорошо прозвучало, мы долго не репетировали, но достаточно несколько созвонов, и в принципе репетиция произошла. Ну, созвоны в этом отношении очень действительно серьезное дело, поскольку вот именно в момент созвонов мы и решаем вопросы, связанные не только с самим репертуаром, а с тем, как он будет исполняться. Ну, не в смысле того, как уже наяву, как, а вообще какие-то концептуальные точки. В принципе, работа музыканта, она не на сцене, не за инструментом. Пока музыкант едет на работу, грубо говоря, он в голове, ну, грамотный профессиональный музыкант, он уже продумывает все. Программу, форму, как он будет делать, что, когда, зачем. Ему достаточно внутреннего слуха, достаточно его опыта, чтобы проиграть всю эту картину и садиться за инструмент уже с конкретным понятием, что он будет делать. А за инструментом, ну, это физкультура. Да, и при этом мы очень ценим, что этот вид нашего творчества, он импровизационный. Поэтому для нас, поскольку это особо ценно, для нас принцип подачи музыки импровизационной, он играет огромную роль. По большому счету, для нас, как людей, создающих эту музыку. И если это было бы по-другому, если будет происходить по-другому, нам будет неинтересно, по всей вероятности, публике точно так. Поэтому мы уповаем на то, что вот этот, тот самый пресловутый импровизационный момент, он для нас самый важный. Нельзя сказать, какая-то будет композиция. Это будет импровизация одна, вторая, третья. Да, это может возникнуть тем. И так, а с другой стороны, может быть, мы все-таки прислушаемся каким-то там своим представлениям, которые мы решили по созвонам. Ну, мы выбираем, понимаете, то есть у нас есть определенный набор вот тематического материала, который мы можем сделать по-разному. Ведь по большому счету, понимаете, исходный тематический материал может быть разный. Он может быть этнически ориентирован, как уже мы вот, понимаем.
принимаем заставу, которые будут исполнять свою музыку, да, вот, может быть ориентирован на какой-то исходный материал, на какой-то вот определенный уже стандартный или нестандартный, но по крайней мере главная подача этого материала, ведь сам она не исходный материал, потому что может, как часто это и бывает, исходный материал может быть каким-то в каком-то, какой-то одной эстетике, а подача уже совершенно в другой эстетике, в той привычной, допустим, для музыканта, который он делает и так далее. Мы посмотрим, как это будет происходить, и будем слушать друг друга. На сцене будут вас двое? Ну, сначала поиграю я один, а потом вдвоем. Ну, скажем так, в зале будет на 80% людей, которые, может быть, такие продвинутые в области джаза. И не всегда импровизация может восприниматься. Вы готовы к какому-то? Не контакту, скажем. Мы готовы к тому, что джаз – это... хоть и носит сейчас достаточно элитный характер, да, внутри себя, но мы готовы к тому, что он действительно, по большому счету, его основа популярна. Как бы вот это ни казалось удивительным, да, и мы уверены, что все, что мы будем вкладывать в позиции вот информационной, оно будет естественным и доходчивым. Я могу еще добавить, что в принципе, люди, сидящие в зале, они как в джазе, так и в роке, так и в академической музыке, в принципе, ничего не понимают. Для них что фадье, что стебиоль, они не знают ни гармонии, ничего. То есть, по сути дела, они все равно воспринимают музыку на уровне... Что фадье, что соль дыму. Ну, какая разница. Они воспринимают музыку на уровне тех вызванных каких-то ассоциаций, чувств, воспоминаний. То есть, вот это их трогает. То есть либо человек в эту историю входит полностью, оно у него вызывает какую-то эмоцию, и она его держит, тогда музыку полностью. Да. Либо у него забудет через 5 минут, как часто происходит с группами, там, однодневками, которые послушал, вышел с концерта, птичка чирикнула, и ты уже не помнишь, где ты был. Как же тогда можно зафиксировать ваше исполнение, если оно строится на импровизацию, то есть оно однократно? А оно не фиксируемо по своему вообще мы через 5 изначальному сыграть, и оно будет абсолютно по-другому. В этом и вся прелесть импровизационности, да. Ну, лишний раз хочу напомнить, что не спонтанность, поскольку мы говорим не иногда, нет, иногда проводят ассоциацию, то есть ассоциируют именно импровизационность со спонтанностью, это не спонтанность. Это изложение, да, это изложение мыслей по определенным, конкретным, естественным, многим, очень большому количеству правил. Вот. Ну, тем не менее, это импровизационность. Есть вопрос. Спасибо. Мой вопрос больше Сергею Давыдову. Знаете, у нас наши приглашения разлетелись буквально за 3 дня на жалобный день. Не считаете ли, что пора возрождать фестиваль за джаз? Родился в Харькове, который, насколько там, 4 года, 5 лет радовал. Так я об этом и сказал с самого начала. Что пора. Это очень-очень приятно было бы, и это было бы естественно, и это было бы, я бы сказал даже, что просто необходимо для жизни города, для жизни страны, и в целом это даже дело не в самом форуме, а дело в его коммуникационности, вот в его коммуникационных вот каких-то моментах, которые дальше развивают вообще ощущение музыки, в принципе. Вот, вы же понимаете, когда мы говорим о том, что вот ну, такой, это не пример, а вот где-то в конце мая прилетают там ласточки и стрижи, да. Ну, обычно, кстати, люди не очень отличают ласточек и стрижи, они как бы вообще массив видят, что это, они называют это ласточками. Те, кто знает слово стрижи, могут сказать, что стрижи, в целом, вот ласточки прилетели, ну, как бы ласточки, в основной массе, кстати, в Харьков. В последнее время прилетают стрижи, ласточки только в определенных местах, а больше стрижи, правда. Вот, и они все лето вот как-то живут, да, в этой зоне. Но уже в начале августа большой массой, не все, но улетают стрижи. Ласточки еще чуть-чуть остаются там какое-то время, но позже немного улетают. Особенно деревенские ласточки, там позже улетают. Да? Так дело в чем? Дело в том, что вот сейчас
достаточно тепло по летнему буквально, да. А вот уже с августа стрижение. Вот что-то вот про это такое ощущение, что не хватает. Вот вроде как бы как лето, да, продолжение, все похоже. Даже буквально жарко, а стрижение. И вот и получается какой-то такой несостыковка в сознании, да. Ну, не дискомфорт, но, по крайней мере, несостыковка. Вот все по-летнему, а стрижение. Обидно. Это была импровизация? По очень многим правилам. Не, ну, может быть, если, да, если брать за основу, что орнитологию мы сюда привели. Скажите, на текущий момент, вот с общим падением, поступлением в вузы, музыкальные вузы города Харькова, достаточно количество талантливых музыкантов приходит молодых, на ваш взгляд, или это просто... В нашей области говорит о достаточности очень сложно всегда, потому что не сам принцип импровизационности, а вот подача внутренняя, да, сознательная, она достаточно редка, по большому счету. И для этого важно, чтобы организм молодого человека уже созрел по-музыкански, да. Поэтому говорить о том, что нам всегда так достаточно хватает, мы не можем. Ну какой путь? Всегда, всегда, всегда маловато. Понятно. Путь музыкальный какой? То есть ты учишься в музыкальной школе, тебя мама заставляет, так учишься, потом ешь в вуз, если ты отправишь приют на вам, и дальше, после того, как ты заканчиваешь вуз. Вы знаете, у меня были ссоры с мамой. Меня мама не заставляла, наоборот, она просила, чтобы я не занимался музыкой в детстве, потому что у нее были для меня другие планы. Не так, как в этом анекдоте, который я расскажу сейчас, да, но, в принципе, другие. У меня, то есть, получилось наоборот. Я очень хотел заниматься музыкой с детства. Хотя не сразу тоже. У меня были такие моменты разные. Иногда вот я как-то так перерываю. Но, по крайней мере, вот я, как, насколько себя помню, там, с пятилетнего возраста там, ощущал себя, да, и как-то очень тянуло и хотелось. То есть, импровизировал я сразу. Просто так получалось. Мне было это интересно. И... Не сразу был джаз, да? Ну, не сразу это была вообще музыка, наверное. Это же джаз, это понятно. Анекдот такой, что я очень быстро его расскажу, что в бар приходил человек и все время смотрел на то, как какая-то такая серьезная обезьяна выходила и играла красивый джаз. Вот. А потом в один из дней он увидел, что пока играет за фортепиано эта обезьяна, еще обезьяна гораздо больше, подошла, за шкирку взяла эту обезьяну и утащила со сцены, со скандала. Он в шоке, подошел к бармену, говорит, что такое, так хорошо, красиво. Говорит, да вы не обращайте внимания. Просто его всегда мама всегда хотела всю жизнь, чтобы он стал медицинским работником. И, в общем, ну, как бы, ситуативно действительно нам не хватает кадров, по большому счету. Нам бы хотелось, чтобы в учебное заведение приходило больше людей, и, по всей вероятности, может быть, это еще и наша вина, мы просто не успеваем охватывать все музыкальные заведения, объяснять, может быть, рассказывать педагогам. Но тут есть и не то чтобы подводные камни, на самом деле они надводные, по видимым причинам, а по своим каким-то внутренним качествам они подводные. То есть дело в том, что педагоги музыкальных школ видят дорогу для своих учеников именно вот такую проторенную, естественную. Вот они направляют их по дороге. Я не потому говорю, что это плохо, что в академическую музыку, это здорово. Мы как раз и хотели бы, чтобы люди проходили горнило изучения академической музыки хорошо. Но, тем не менее, вот эта проторенная дорога не закладывает в сознание молодежи ощущение того, что они могли бы учиться и импровизировать. На самом деле это не так сложно. У меня вопрос, Алексей. Вы же тоже преподаете в Киев, но в Киеве. Да. Скажите, пожалуйста, вот есть какое-то ощущение того, одинаково ли, одинаковыми ли путями развивается, скажем, музыкальная школа в Киеве, в Харькове? Что происходит в сфере джазового образования? Сколько студентов обучается импровизационной музыке? Я бы не сказал, что чем-то отличается. Ну, во-первых, потому что в Харькове мой преподаватель, в Киеве его студент. То есть мы стараемся нести это все, так сказать, в одном направлении. Ну, разве что в Киев больше едут, потому что столица, может быть, у нас на два места больше дает нам министерство. На два места больше по сравнению с каким количеством, скажите? Ну, это страшно, конечно.
Ну, у нас 7 инструментов на отделе, на кафедре. 7 студентов обучаются. Вот 7 бюджетных мест предоставляет министерство. То есть, как вы понимаете. Ну, а было 12. А да? Было 12. Из этого оркестр собрать невозможно. А сколько в Харькове, Сергей? А в Харькове сейчас 5, если было. А было 7? Время. А было 8 вообще. То есть в Киеве, можно ли сказать так, что в Киеве и в Харькове ежегодно выпускает кафедры, которые можно условно назвать джазовыми кафедрами, в Киеве и в Харькове на двоих выпускает 12 человек? Бюджетный, да. Бюджетный, да. Ну, тут дело все в чем? В том, что, в общем-то, такое сознание, которое по учебным заведениям сейчас внедряется, оно предполагает, что контрактники должны быть. Сколько контрактников сейчас в Киеве, Алексей? Я, честно говоря, не знаю. Ну, их больше, ну, человек 25, может быть. Но они тоже ограничены. Не безразмерное количество. Кстати, я сейчас зацепился за одно слово, хотел упорить. Хорошо, что вы назвали джазовыми кафедрами. Это все правильно. И хорошо бы их так все время называли. А то до сих пор тенденция идет очень, очень, на мой взгляд, уже опасная. Просто опасная. Вот, потому что кафедра джаза. Да, вот в Киеве называется кафедра джаза уже конкретно. А вот в Харькове, например, эстрадной музыки и джазовой. То есть для меня вообще понятие эстрадной музыки, оно какое-то зыбкое, туманное, то есть это мыло. По сути, если разбираться в этимологии, то слово эстрада с французского – это сцена. Да? То есть получается, что эстрадники тогда все. И академические музыканты, которые играют классическую музыку, да, на сцене, они в принципе тоже эстрадники, потому что они играют на эстраде. Это во-первых, а во-вторых, читая литературу мастерах 18-го, ну даже больше 19-го и начала 20-го века, да, приходится сталкиваться с тем, что вот пишут, что вот на эстраде эстрадное выступление было у таких-то музыкантов, и перечисляются серьезные музыканты, то есть эстрадное выступление у них. То есть понятие такое эстрадное, да, то есть тогда это просто люди, то есть имелось в виду, что люди выходили на сцену и играли музыку, вполне серьезную, естественно. А вот само слово эстрада обросло таким количеством негатива и всякой ерунды. И если говорить о том, что вот эстрада может якобы объяснять и в какой-то степени представлять всякие разные жанры, которые там можно, в общем-то, называть не настоящими в стороне от академической музыки, да, и вот решили, что это все эстрадная музыка. На мой взгляд, это категорически неправильно. Можно называть там популярная музыка, рок-музыка, рэп-музыка, и джаз, в джазе много разных стилевых направлений и так далее. Просто своими именами, да. А говорить, что есть какая-то эстрадная музыка пресловутая, я не знаю. Потому что когда мне приходится читать лекции по гармонии, по импровизации, да, я вот очень бываю шокирован в самом начале, что вот что я буду преподносить детям. Вот у нас эстрадная как бы кафедра. Всегда по аналогии всегда так говорят, что о, эстрадники, эстрадная кафедра. Это очень обидно, потому что мы занимаемся наукой, а наука это очень хорошо связано, тем более, что именно с джазом непосредственно с одной стороны, а с другой стороны джаз это, в общем-то, уже давно академическое искусство, полностью академическое. А тогда уточняющий вопрос, как тема вашей диссертации, Сергей Петрович? А, тема диссертации, ну, она звучит так по-своему, но как бы я скажу, что она связана с фортепианной фактурой в джазе. С импровизационной? Ну, естественно, да, с импровизационной фактурой. А, ну, если речь идет о джазе, то уже это импровизационная музыка ПО, потому что если мы говорим о джазе, иногда часто говорят, что вот это джаз прозвучал, да, а ребята взяли, просто выучили по нотам какой-то материал и сыграли. На самом деле это не джаз. Нет. Это уж явно. А потому что эстрада, вот давайте так сейчас договоримся с сегодняшней минуты, что я не знаю, что такое эстрада. Хорошо. Я не знаю. А я никогда больше не говорю, что концерт Аэросмит – это концерт авторской музыки. Аэросмит – это концерт авторской музыки. Можно сказать, что это original music, то есть это оригинальная музыка, которую люди придумали. Но авторская, можно всегда говорить о том, что вот если человек действительно проявил авторство. Вот. А джазовая музыка, она по-любому, априори, она авторская. У меня еще вопрос вот, и к Алексею, и к Сергею. Алексей,
Мы здесь привыкли гордо считать, что существует такое понятие, мы привыкли так считать за последние, наверное, лет 7, джазовая хайковская школа. Недавно смотрели фильм «Хайковский джаз», и там в конце длинный перечень музыкантов с хайковскими корнями, ваше имя там, слава Богу, и Сергея Петровича, и множество музыкантов, многие из которых сегодня у нас фестивальная сцена в том числе. Можно ли говорить о том, что вот киевская джазовая школа есть? Я не знаю, честно говоря. Для меня Киев – это вот как Нью-Йорк. То есть это котел, в который сплетаются со всех регионов люди. Там и Кривой Рог привез свое, и Днепропетровск привез свое, и Одесса, и Харьков. Большая часть преподавателей из Харькова, опять-таки. То есть они, естественно, несут харьковскую школу. Тот же Денис Аду Трубач, он Кривой Рог, то есть это гебельская школа. То есть, естественно, у них немножко свои течения, хотя, с другой стороны, все оно там переплетается, и мы находим какие-то точки соприкосновения. Сергей Петрович, скажите, а есть, наверное, какие-то, вот, возможно, мысли или идеи, или шансы на то, что удастся вот украинским джазовым кафедрам каким-то образом, может быть, скоординироваться друг с другом и с ведущими, например, американскими или европейскими джазовыми школами, каким-то образом создать некий такой украинский котел вот, образовательный музыкальный? Ну, к этому обязательно придет, и практически все направлено на то, чтобы общее представление об импровизационной музыке и информативные какие-то подачи, они всегда должны складываться в единое представление. И чем больше вот этот, больше, чем больше векторов, и чем больше объединяет каких-то вот комплексных моментов, связанных с обучением джазу, то значит, тем больше будет это все глобализироваться. Я бы не побоялся этого слова, но это очень хорошо было, нормально. Вполне естественно, поскольку джаз, вы понимаете, он сам по себе, он уже давно перешел этап какого-то регионального искусства. Это искусство уже мировое, и благодаря этому в его арсенале существует очень много интонационных, ритмических и гармонических моментов, связанных с различными ритмическими территориями, понимаете? И очень здорово, если действительно вот и мы будем как-то объединять мысли о том, как, каким образом играть джаз, каким образом джаз. Ну, опять же, это не значит, что мы должны решить, сесть и решить вопрос, как играть джаз. Он сам по себе будет развиваться. А я имею в виду, каким образом обучать людей, да. И на что лучше обратить внимание, и какие пути и направления нужны. Можете рассказать анекдот джаз? Все. Обезьян? Еще нет. Кто? Тут есть старый анекдот, но он, по сути, имеет отношение и к джазу тоже, и, в принципе, к музыкантам. Он длинноватый, но я постараюсь быстро, когда шел джазовый тромбонист и увидел лягушку, а лягушка ему пропищала, что «возьми меня». Удивился, взял на руку, да. Его приятель так брезливо посмотрел, говорит, что ты говоришь, да, ну давай послушаем, что скажет. Он говорит, возьми меня, на самом деле я не лягушка. Он говорит, поцелуй. И ты увидишь, что я превращаю джазового тромбониста. Тут уже начинает подносить губам и целовать. Лягушку вторую отбрасывает и говорит, что ты творишь? Ну прикинь, сколько мы заработаем денег на говорящие лягушки, и нафига нам еще один джазовый тромбонист. Это старый анекдот, потому что на самом деле, вы знаете, времена все-таки идут, и вот сейчас трубачей и тромбонистов вообще очень мало. Катастрофа. Катастрофа. Везде. Очень мало трубачей и тромбонистов. Да. Зато можно на компьютере хорошо поиграть. Может быть, когда-то, когда разовьется, разовьются такие программы, они действительно будут поддаваться импровизационному подходу, вот такому, который необходим с точки зрения координации музыкантской,
да, может и так быть потом компьютерно. Почему? Всякая виртуальность не исключается, как по мне, так это очень здорово. Тем более, что, что существует очень много представлений о том, что виртуальность вообще нашей жизни, она, в общем-то, как бы предопределена вот, по существованию. И уже очень хорошо и конкретно много говорят ученые о том, что существуют различные миры вокруг нас, в нас и так далее, и так далее. Вот самый первый и самый главный источник – это, опять же, макромир, микромир – это то, что и так вроде понятно. Да? Ну, можно и так. Да, нет, если применять орнитологию, то, опять же, вот в частности, как охотятся птицы, они совершенно по-разному добывают себе еду очень внимательно. Одни умеют остановиться на месте, вот так, как пустелька, допустим, сокол, да, поделка. А другие, как сокол, допустим, чеглок, гоняются за стрекозами. Представляете, стрекозы – это такие вертолеты, которые умеют очень интенсивно и очень реактивно крутиться. А чеглоки их отлавливают. У меня вопрос есть. От дилетанта, но вопрос технологический. Скажите, вот начало импровизации. Как вы чувствуете, когда она должна завершиться? Это самый сложный вопрос. Потому что если речь идет о том, что люди играют не по каким-то канонам, которые очерчивают временные рамки. Кстати, по поводу времени, да, вы знаете, что ученые физики говорят, что времени не существует. Да, Ну, тем не менее, вот временные рамки, которые, да, если вот речь идет о том, как мы представляем себе время, если вот эти временные рамки очерчиваются какими-то параметрами, да, то тогда понятнее. Если речь идет о том, что вот как пойдет и какие возобладают, в принципе, эмоции, да, то тогда критериями становятся вот те моменты, связанные с ощущениями у профессиональных музыкантов, что пора заканчивать. Ну, это примерно как жизнь. Все, вы пианисты, так сказать, и сегодня будете играть дуэтом. Да, похоже, что да. Все идет к тому. Все идет к тому. Я слышал, что там как раз рояли сейчас ставят в нужную позу. Вот, необходимо, да, потому что устанавливать рояли самим на сцене. Это... Да. Не, ну это, кстати, тоже могло бы стать там элементом шоу, но для этого хороший, надо потренироваться, чтобы спину не потянуть. Да. Хотя, кстати, чего нет. Вопрос у меня совершенно серьезный. Есть для вас авторитеты наверняка какие-то вот в вашей профессии непосредственно? В прошлом, в настоящем, кто они? И видите ли вы среди ваших студентов, возможно, или среди ваших выпускников? Я сразу скажу, что... Потенциально вот, очень талантливых. Вы знаете, говорят, чтоб кумиров типа не было, это не надо, на самом деле очень важно, чтобы они были, и на этом люди воспитываются и так далее. Так, и на всю жизнь для меня это не просто кумиры, а люди высочайшего дарования и высочайшего уровня профессионализма. Это Пахельбель, Бухстехуде, Бах, Кендель, вот, собственно, в первую очередь, ну, безусловно, Моцарт, Бетховен. И многих других могу перечислить, и Шопен, и Лист, и, соответственно, Рахманинов, да, и вот и наши композиторы украинские, Литошинские. Это, нет, это очень здорово, потому что многие люди не окунаются в академическую музыку настолько, чтобы знать, что вот на самом деле, допустим, обработки тех же самых Коломыек, в общем, существовали давно, и существовали в хорошем, очень интересном профессиональном виде, да. Вот, и, такой музыки существует достаточное количество. Вот. Поэтому говорить о том, что вот кумиров как бы не должно быть, это, во-первых, я считаю, не совсем правильно, а во-вторых, их много. И чем больше их будет, тем лучше и расширяется сознание музыкантского человека больше. Кто из джазовых пианистов для вас такие примеры? А, из джазовых? Я джаз слушаю, нет, правда, реже гораздо, чем Баха, например. Кстати, да. Но тем не менее есть, конечно. Ну, все джазовые музыканты, вот, о которых мы можем говорить, которые на слуху, они действительно всегда интересны. Понимаете, чем интересен человек, джазовый музыкант, по большому счету, если он профессионал, если он талантливый, тем, что он всегда что-то делает свой интерес. Безусловно,
У него есть свои индивидуальные черты, стилевые, и это заметно, но тем не менее что-то происходит всегда на каждом концерте. И этих людей талантливых я знаю много, и перечислять это отдельная история. Спасибо. Я могу добавить немножко по поводу студентов. Вот часто в американских вузах, когда выпускают студентов, они им говорят одну такую простую вещь, что мы вас сейчас не будем сильно оценивать, с кем-то сравнивать, мы от вас ничего не ждем, но через пару лет мы на вас посмотрим. То есть давая понять то, что мы в вас вложили информацию, вот вам фора пару лет, вы ее осознаете, переболеете, а дальше пойдет, будет интересно, не пойдет, нет. Поэтому очень часто многие заблуждаются, что поехав учиться туда, они могут что-то делать. Ну, я так понимаю. Можно просто провести несколько лет там, получить эту информацию, но ее не дослышать, не услышать, не понять, и в конце концов останется только бумажка на лбу с надписью «Америка». Все равно самая большая информация это для джазов-музыкантов это их умение слушать. Не просто уши, а умение аналитически слушать и впитывать в себя информацию. Это самое главное. И по сути человек может не учиться ни в Беркли, ни где-то в какой-то там очень серьезной, известной в школе джазовой, да, но тем не менее он может постигнуть очень многое через себя. В свое время, по-моему, Джо Лавана говорил, что все равно учиться вы будете сами, но если вы придете ко мне, это будет немножко быстрее. У меня, поскольку вы все-таки просветительские цели перед собой ставим, в том числе, я так понимаю, сегодняшним концертом тоже, перечислите, пожалуйста, такие вот, с вашей точки зрения, важные для развития современной джазовой культуры, импровизационной музыки, вообще школы, с одной стороны, и с другой стороны, может быть, какие-то места, которые притягивают джазовых музыкантов с целью как раз провести эти два года, которые им дают в качестве форы, может быть, в опыте совместного музицирования с большим количеством разных. Тут вопрос в том, что там не школы, там едут учиться непосредственно к человеку. Там Кенни Вернер преподает в Нью-Йорк университет. Человек, который хочет учиться у него, он поедет туда. В Лос-Анджелесе преподают музыканты группы Спайра Джайра. То есть кому нравится эта музыка, они поедут туда. Понятно, что базовый набор предметов, базовый набор знаний будет везде одинаковый. То есть это естественно. Но какие-то отдельные стилевые течения, кто кому нравится больше там сальса, латиноамериканская музыка, он поедет непосредственно к человеку, который лучше в этом разбирается. У них даже разделение на ансамбли есть. Отдельный ансамбль, который занимается там музыкой Дюка Эллингтона, отдельный ансамбль, который занимается латиноамериканской музыкой. То есть школа персонализирована. То есть есть шанс, что, например, через какое-то время вы отойдете, может быть, как преподаватели сегодня там джазовых кафедр украинских музыкальных творческих вузов, возможно, завтра появится школа Сергея Давыдова или школа Алексея Савинчина, и вам есть шанс, что поедут в Харьков и в Киев. Все может быть. Все равно каждому музыканту, по сути дела, хранитель какой-то одной стилевой отрасли, потому что все объять невозможно, все играть тоже невозможно. Все равно человек как-то настраивается. Вот он идет по этой тропинке, он ее хорошо знает. Он может пойти по этой тропинке. В принципе, ему хватит его базовых знаний. Ну, она ему как-то некомфортна, ему интереснее здесь. Тогда напрашивается вопрос еще о том, какова ваша, как вы можете идентифицировать свой путь в музыке? Ну, я сторонник старой школы, той олдскульной, там, максимум до 60-х годов. Сергей Петрович, мне больше нравятся эти течения. Тут этот вопрос, он... еще минуту. Да. Дискуссионный очень. А вы согласны с тем, что не существует сегодня школ музыкальных, а существуют скорее персоналии, которые... А по большому счету, я понял вопрос, да, по большому счету вот таких исследований не проводилось. Вот, как-то вот
Ну, есть разные представления о том, что, допустим, начну чуть-чуть подальше. Дело в том, что вот всегда джаз был американский, потому что он там родился. Да, сейчас заговорили о джазе европейском. Да. И это вполне обосновано, с одной стороны. С другой стороны, набрать комплекс критериев очень сложно. Хотя, опять же, на слух американский джаз и джаз европейский отличаются, безусловно. Можно придумать, опять же, это дискуссия, да, можно понимать, как это складывается. Да. То же самое и со школами. Ведь, безусловно, когда человек растет и из него потом оформляется какой-то такой профессиональный педагог, да, он впитывает в себя информацию из разных школ, из разных течений и из разных времен. И уже насколько он это все в себе перевоплотил, насколько все переплавил, это зависит от его личности уже, наверное. Да. И, по всей вероятности, какие-то его педагогические представления уже дают ему повод предлагать своим ученикам различные вектора путей. Поэтому, наверное, существует много разных школ, но я с чем я согласен с Алексеем Тарасовичем в том плане, что вот все зависит от личности. То есть приезжает учиться чаще всего кому-то, зная, почему и зачем. И зная его стилевые запросы, его стилевые какие-то направления и представления. Где-то так. Спасибо. И вам спасибо.